Сотрудники краеведческого музея предлагают посетить другие миры. Выставка с таким названием открылась сегодня. Экспозиция, к слову, не совсем обычная для музея. Последний раз что-то подобное там было в 2008 году. Все арт-объекты необычные. На их создание художников вдохновляли фантастические художественные произведения. В частности, на выставке представлены авторские работы в стиле стимпанка. Это светильники и панно в стиле арт-механики, различные часовые механизмы, костюмы и другие атрибуты жанра. Интересна выставка будет не только поклонникам этой субкультуры, но и всем горожанам, считают организаторы. Костюм Чумного доктора можно будет у нас увидеть. Это инсталляция очень интересная, сфотографироваться. Также интерактивный экспонат у нас – это велосипед. Каждый может прокатиться, весьма шумный, интересный. Даже можно увидеть, какую скорость ты развиваешь.